Так, дорогие друзья, давайте мы с вами сегодня сделаем такой предпоследний проект. Это госпиталь и дом с людьми, зараженные коронавирусом. Ну, сегодня Хэллоуин, я могу себе это позволить. Так, GZ поднимаем. Здесь, скажем так, S. За туда делаем такую вот пришлепочку. Так, и чуть больше сделаем. Сделаем чуть побольше. S по Y. Так. И S по S. Ну, в этот раз будем делать довольно-таки крупное здание. Попробуем, как это будет смотреться, да? Так, увидим, что нам надо еще по иксу, раздвинуть вот так вот где-то, да? И опустить G по Z. Вот здесь будет у нас госпиталь находиться, поэтому возьмем опять же Shift A, кубичек, и поднимем его наверх. G по Z. Вот так. Так, такой доминантный госпиталь, да? Ну, не будем таким уж доминантным делать, делаем поменьше чуть. Так, допустим. Ну, посмотрим теперь. Да, вот так оно будет как бы получше. Теперь, скажем, тянем сюда. Жим. По Y. Вот так, чтобы солиднее смотрелся, да? Так. Ну, это головной корпус. Как бы пускай он тут и находится. Теперь. Там у нас будет вертолетная площадка типа, да? Поэтому на нее должен быть вход. Как это лучше сделать? Лучше всего я сейчас сделаю следующее. Я скажу Shift D. И скажу, что мне надо Е. И теперь Е. Вот так вот. Так. Но уменьшить Е. Уменьшить надо. Будет G по Z, да? Так, хорошо. Ну и тут тоже Shift, да? S. E. И опустить. Ага. Фига зря. П. Вот теперь да. Опускаем.
Тут я бы тоже такой разделил бы эти. Сказал бы P selection, потому что я хочу немножко разнообразить архитектуру, чуть-чуть разнообразить ее. Вот так и загнать ее поболее туда. G по Y. Вот так. Да, так будет хорошо. Правильно. Так, как бы вот тут сделать мне еще вход. Резать сильно не хочется. Ну а что делать? Надо резать. Вот это сейчас порежем. Так, Ctrl-R. Оставим так. Так оставим. А эту потянем наверх. Что будет? G. Здесь мы применим такую хитрую штуку. Раз, два, три и идет. Не? Не получилось. Интересно. В прошлый раз получилось. Ну-ка теперь GPZ. Такой пандус я хочу. И сюда теперь двигаем G. Я как-то весь. Давайте сделаем так еще. Ctrl-R. Вот здесь. Так. И вот тут сейчас сделаем площадочку. А, это будет E. Ну а почему там еще это не увеличить, тоже сказать ей в эту сторону я раз. Вот. То есть сейчас все будет правильно как бы. Дальше больше. Еще контроллерчик. Да.
сюда. Угу. Ну, здесь тоже как бы не мешало бы нам еще один сделать вот тут. Тогда мы можем спокойно выделить вот это. Поднять это. Должна же загородка быть. Ну, не мешало бы ее еще и увеличить. Сказать вот с этим. Так. Интересное кино. А ведь я не просил этого. Не, просто думаю сейчас. Здесь будет стоять этот. Давайте поднимем его. И что это, госпиталь, да? Крест здесь будет стоять. И написано госпиталь. Так, ладно. Так, здесь тоже нам надо такое ограждение сделать. Уже почти есть, да? Поэтому останется здесь только Ctrl-R-чик поставить вот здесь. Сюда. И вот здесь. Ctrl-R-чик. Вот сюда. Вот так. И тоже по ребрик поднять. Тогда все будет хорошо. Это не G, это E. E по Z. Вот так. E по Z. Так, ну вот тут не знаю, как лучше поступить. Вот этот выделить. Я смотрю. И прямо таки из задумчивости. Ну давайте мы его оставим так, как есть. Только что сделаем здесь вход. Да? Ctrl-R. Вот так. И Ctrl-R. Тогда мы сможем отсюда вытянуть портик. Угу. Портик выдавить и сказать Ctrl-R сюда. И сюда Ctrl-R. Ну и здесь Ctrl-R. Вот так.
Далее все просто. Выделяем вот здесь, убираем фон. Так, выделяем вот эту площадочку и вот эту. И говорим и. И говорим е. Вот так мы получили. Так. Небольшовато. Картиночка большеватая. Хотя нет. Не думаю. Вот такой госпиталь. Ctrl-R. Здесь нет. Так вот. Будет лучше. Да. И теперь мы ее с помощью вот этого раздвинем малость. Так, вот это мне не нравится. Это не нравится. Почему он так? Сейчас, секундочку, ребята. Может быть, нам надо убрать отсюда все трансформации? Тогда она нет. Ну, сделаем так. Это внутрь. Так. Сейчас вот это перебор. Ну, подождите. Сейчас мы... Лучше так уничтожить это дело. Так, вот эти две и вот эти две. Так. А эту закрыть между собой. Закрылась. Так. Так что госпиталь мы будем писать, наверное, вот тут. Вот тут просто выделим эти.
Того у нас везде есть по ребрике, вот этот у нас как-то, мне кажется, этот слишком грубый. Давайте мы его немного опустим вниз, ниже по Z. Так, и вот эти. S и S по Z. Так, вот, тут будет немножко вот такие колонищик. S и S по Z. Теперь хорошо. Далее, вот тут мы можем тоже сказать и. Опустить вниз. И ее туда внутрь загнать. Пока, когда я определюсь, как должна выглядеть. Так, здесь. Не понял, вот это откуда взялось. Секундочку. Это странно. Вдруг откуда ни возьмись, появилась такая штука. Так, если мы ее подвинем G по X, все будет нормально, да. Да, вот так вот. Странно, что-то вообще произошло интересное такое. Странно и непонятно. Когда? Неизвестно, это произошло. Так, ну мы тогда сейчас сделаем следующее. Уничтожим вот эти вот Edge. Вот это тоже уничтожим. Судя по всему, из-за него все и произошло. Так, там более-менее нормально. Здесь тогда мы произведем Ctrl-R, сюда подтянем, так, и попробуем теперь просто вот это отпустить. Так, ага. И потянем его по оси Y. Внизу Y. Таким образом мы тут все выровняем теперь. Все. Хорошо. Так. Вот такой у нас будет. Госпиталь. Господи, прости. Так, ладно. Начало положено. До следующего видео. Пока.